Академия порядочных парней. Всем привет, я Вика, и это шоу АПП. Продюсеры шоу «Голос» заявляют, что после их проекта жизнь участников только начинается. Но так ли это на самом деле? Сейчас ты узнаешь все тайны мегапопулярной программы. Ну что ж, я не буду долго тянуть. Пристегивай свои ремни, ставь свой царский лайк под это видео, если также любишь живые выступления. И поехали! Победительница первого сезона шоу «Голос» Дина Гарипова сразу после финала на утро проснулась знаменитой. Во-первых, она навсегда вписала свое имя в историю проекта, а во-вторых, именно она должна была представить Россию на конкурсе Евровидения. На песенном конкурсе девушка смотрелась достойно и с композицией «What If» заняла почетное 5-е место. После возвращения на родину Дина вышла замуж, а также стала актрисой музыкального театра под чутким руководством своего наставника с голоса Александра Градского. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуй. Сейчас она вполне счастлива и изредка радует поклонников своими концертами в Москве и Питере. И все ж тебя я ищу по свету, опять тебя я... В это трудно поверить, но еще до «Голоса» Севара была звездой мировой величины. Ее альбомы записывались в Лондоне, а сама девушка была знакома со всей звездной английской тусовкой. Пистые пруды, застенчивые ивы. На конкурсе она показала свой максимум и покорила жюри песней «Жетем». Мурашки по коже от такого выступления. Тем не менее, она вылетела уже на 3-м этапе, однако не стала унывать и устроила грандиозный тур по городам России. В данный момент она все так же занимается музыкой и записывает свой 11-й студийный альбом. Там нет меня, где пароход. Когда Антон Беляев появился на «Голосе», то мир просто перестал существовать. Солист группы The Mates уже был хорошо известен за пределами России, а его песни попадали в европейские музыкальные чарты. К фриковатому образу добавим глубокий тенор-баритон и получим одного из ярчайших участников проекта за всю историю. Многие предрекали Антону победу, однако дальше полуфинала он, к сожалению, не прошел. После «Голоса» Беляев продолжил развивать свой проект, а также стал довольно популярным блогером на платформе Яндекс.Эфир. Наргиз Закирова не нуждается в представлении. Ее яркие рок-номера уже стали классикой, а сама она сделала себе прекрасную карьеру как за рубежом, так и на отечественной эстраде. Правда, после конфликта с Максом Фадеевым крупные концертные площадки перестали приглашать экстравагантную певицу. Известный продюсер назвал ее конченной алкоголичкой, за что Наргиз послала его на 3 веселых буквы. Тем не менее, серебряная призерка шоу «Голос» на хорошем счету в Германии, где и продолжает выступать с регулярными концертами. Сорока 48-летняя уроженка Еревана оказалась одной из самых колоритных участниц 3-го сезона. Обладательница пышных форм взорвала зал своим меццо-сопрано, а после заставила зрителей плакать своим монологом в рамках нокаута. На ласковой земле!
Закончив свое участие на мажорной ноте, Мариам неожиданно для всех похудела на 58 килограмм и сменила сцену на преподавательскую деятельность. Теперь она педагог в школе вокала Леонида Агутина, где учит всех желающих своей неповторимой манере пения, которую даже оценил Брайан Мэй, гитарист Queen. Таинственный и загадочный победитель голоса иеромонах Фотий. Приходит час определенный. После триумфа выпустил свой альбом, который вышел в 2016 году. Также подаренный в ходе проекта автомобиль ВАДА Фотий продал, а деньги пустил на восстановление храма. Глухую полночь манит этот свет. Сейчас он все так же отпускает людям грехи, поет в церковном хоре и является редактором детского журнала. В 2018 году иеромонах рассматривался как реальный кандидат на Евровидение, однако страну представила Юлия Самойлова. Ну а как это было, вспоминать даже не хочется. Попав в скандал, связанный с темой домашнего насилия, Регина Тодоренко напрочь стерла свои воспоминания об успешном участии в «Голосе». Украинская телеведущая в юные годы была участницей группы, а позже стала ведущей шоу «Орел и Решка». Как бы то ни было, после ярких перформансов на сцене она ушла с проекта и запустила свою программу под названием «Пятница с Региной», где она берет интервью у знаменитостей. Господи, не фото, а мечта просто. Да, все за такую фотографию в 2002 году бы тебя разорвали бы все. Я ее продам. Свое хобби Тодоренко не забросила и все так же поет. Правда, для своего маленького ребенка от певца Влада Топалова. Русский Джордж Майкл Александр Панайотов несколько раз пытался стать участником Евровидения. То дорогу ему перегородил Дима Билан, то Сергей Лазарев, то ребята из Little Big. Как бы то ни было, Саша мастерски прошел все этапы голоса и занял второе место. В данный момент он успешный артист, чьи концерты до пандемии проходили при полных трибунах. Настя Спиридонова была участницей дебютного сезона шоу «Голос». Сейчас ее в основном знают по регулярным выступлениям в шоу «Три аккорда». Однако тогда она разрывала проект и всерьез считалась одним из возможных победителей программы. Особенно запомнилось ее выступление с синглом «Бросай», который по достоинству оценила даже певица Ёлка. В общем, у Настюхи все ровно, а мы едем дальше. Папа Норка, мама Бобер. Папа Норка, мама Бобер. Это называется метис. Только здесь француз и русская. Пьер Эдель не стал делать успешную музыкальную карьеру, а решил покорить все возможные варианты проекта «Голос». Сначала он громко заявил о себе в Париже. Затем довел Пелагею до оргазма в России. А затем прогремел на Украине. Несмотря на выразительный голос, Пьер остался локальным артистом с стриковатой внешностью. Однако домик в Монако полностью компенсирует всевозможные минусы неудачной певческой карьеры в широком смысле этого слова. Тенор альтино – это самый высокий мужской голос, которым обладает грузинский участник голоса Гела Гуралия.
Его исполнение песни «A Song» попало даже на американское ТВ. Настолько круто Гелла использовал возможности своего голоса. Победить, по иронии судьбы, ему не удалось. Зато посчастливилось проехаться с туром по родной Грузии и даже спеть легендарную «Аве Мария» с одобрения самого Папы Римского. Так называемый внук Луи Армстронга, Чарли взорвал своим появлением все мировое СМИ. Многие авторитетные издания назвали его шарлатаном, однако певца это никак не расстроило. Он хайпанул на российском телевидении, а сейчас спокойно выступает на частных корпоративах. Доподлинно неизвестно, является ли Чарли внуком того самого джазового бога, однако мировую популярность он уже получил. Ну что ж, ребята, на этом все. Напиши в комментарии, чей вокал тебе нравится больше всего. А также, если ты хочешь вторую часть этого ролика, давайте наберем 15 тысяч пальцев вверх прямо сегодня. И присылай в комментарии, кого бы ты хотел видеть в следующей части. Обязательно делись этим роликом со своими друзьями, показывай его родителям. Давайте все вместе вспомним и сравним, что было и что стало с участниками небезызвестных шоу. Подписывайся на канал и нажимай колокольчик. А с вами была Вика, увидимся завтра, всем пока! Это АПП. Академия порядочных парней.